Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Второй за утро сбой произошел на МЦД-2. Езда на втором московском центральном диаметре и в рижском направлении следует с увеличенными интервалами из Подольска в Москву. Об этом сообщает центральная пригородная пассажирская компания на своей странице в Twitter. Отмечается, что причиной увеличения интервалов является удержание дверей пассажирами. ЦППК приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров не препятствовать закрытию дверей. Ранее сообщалось, что в движении поездов в сторону Москвы со стороны Нахабино также увеличились интервалы. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!